нашел запись. Да, подгоняй. На ПР стоит. Не, вверху, выше. Работай, работай! До конца. Хорошо, все, хорошо. По поезду-то есть, да? Да, да, все. Все, зачем? Только не дергайтесь, спокойно, разбежите, да и все. Очереди можно еще. Достаточно точно. Пускай даже некоторые ну конечно, мне нравится здесь боеприпас. Мощный патрон 9х21. Во-вторых, очень большой спектр патронов. Бронебойно-зажигательный трассирующий есть под него. Это уже великолепно. То есть можно машинами поджигать только в путь. В частности, большинство бронежилетов пришивает наспись. Мы на месте пробовали, не взял. Не взял? Это эти, где пластины ставятся, да? Нет, где грудная пластина одна. И спине. Стреляли с 50 метров из 25. Даже мягкие. Работали бронебойными. Но я потом расскажу, что с этой пластиной получилось. Давайте посмотрим.
Так, мы работаем одиночным, да? Хотите одиночным, хотите автоматически. Я к ним не помню, не жду. А, вот. Дальняя падала на него. Он моя. Проще как тогда ставили консервные банки все по хуйню. И по ним шмали. Я просто не вижу куда даже. Там 350 метров. Вот, он стреляет, у него там хуйня отправляет, он видно. А с этой, блин. Лёшка, да? Серёга. А, Сити, да? Да. Он нормальный. Да не попадаем, нормально попадаем. Разрывы, да, разрывы идут за целью. Ну, за целью идут, а она не падает. Это значит, что-то с поляной у них. Они просто в кабель перегнут, одна упала. На вот, семёрка. Вот смотри, у Казани сейчас убил. Разрыв был, мишень не упал. Вот так же с пулеметом она вот это. Видно. Хотя наоборот они должны падать вот от этой винтовки. Мишени, почему? У них скорострельность маленькая. Вот эта винтовка. Все, готов, да, полный, все. Введение.
Пошел. Огонь. Иди, иди, стреляй. Иди, иди, стреляй. Yeah, I'm sorry.